С 19 февраля 2024 года осуществлен пилотный запуск маршрута номер 8 «Холодово-совхоз». По будним дням 2 автобуса будут выполнять 3 заезда на остановку станции МЦД-3 и подром. Время отправления 7:50, 15:51, 19:56. Такую корректировку в маршрут внес один из крупнейших пассажирских перевозчиков Московской области АО «Мострансавто» в ответ на просьбы жителей. Пожелания и предложения по изменению схемы движения маршрутов «Мострансавто» можно направить, позвонив по номеру единой линии связи 8 800 731 13, направив сообщение в группу социальной сети ВКонтакте, через личный кабинет на сайте предприятия или чат-бот в Телеграм. Расписание маршрута номер 8 при необходимости будет корректироваться.